Забрели мы, ребятки, в лес грибочки пособирать. Вот. А проехали мы Шишкин лес. Не знаю, как будем обратно возвращаться. Там скорая ехала по встречке. И по встречке задела китайский джип. В китайском джипе ехал принципиальный дедушка, который не захотел особо принимать вправо. Скорая ехала с маяками. Ну и, в общем, ребята приехали. И как мы сейчас будем оттуда обратно возвращаться, непонятно. Там может скопиться очень большая пробка. Вот. И мы сейчас находимся в лесу через дорогу, где Медведево. Секирно сейчас покажу координаты. Вот где мы находимся. Вот мы. Иду. Иду. Ох, нифига себе, минуту. Иду, чекай. Вот где мы находимся. Сейчас в этом лесу проверим скорость. Ну вот как-то вот так. Это не то сейчас. Что там в тебе? Хрен. Хренасі. Це точно із темний, лише не знаю який. Хренасі грибочок. Він не похожий на білий, хоча, скоріше за все, бо, ну, взагалі, зовнішнім виглядом білий. Офігеть. Але трохи схожий на цей. Офігеть. Так, я теж в шоках. В шоках. В общем, от, ребятки, где ми? Зараз гляну, чи тут ще нема навіть. Включається у нас Яндекс. Панорама. Вот. Теперь более понятно, да? Теперь давайте спид-тест. Посмотрим, как в лесу Билайн у нас рулит. А не рулит. По сигналу 4 из 5. Как вам вообще интернет по дороге от метро Коммунарка и до этого леса-то, а? Что вы думаете? Воскресный поход по грибочке. Так сказать. Ну, в общем, можно даже из лесу звонить по видеосвязи. Норм. Кстати, надо протестировать. Сейчас я совершу тестовый видеозвоночек. Тестовый видеозвонок по WhatsApp. Проверим. Пробьет, не пробьет. Ответит, не ответит нам. Да, нам пока что не отвечают. Но немножко зарисовки лесной. К сожалению, нам не ответили. Не получится видео протестировать. Такой себе грибной улов. Не могу сказать, что много нашли, но пока что еще в поисках. Посмотрим итого, что получится. Пришли дорогу на следующую, соответственно, сторону. И затестируем Билайн в лесу. Работает ли он здесь и как он работает. Можно ли здесь, в случае чего, остаться жить и пользоваться 4G. Протестируем. Билайн 4G на природе. Сигнал, кстати, максимальный. Ну, видимо, Секирина, Медведева или Медведкова, как здесь правильно было написано, народ пользуется в роутерах сим-картами операторов, поэтому вряд ли здесь можно ожидать большую скорость. Народ, видимо, так как беспроводного интернета. Хотя в этих всех СНТ здесь в округе потихонечку начинают появляться проводные провайдеры.
Привіт. Бачиш? Бачу. А ми в лісі. Я бачу, що ми в лісі. Гарно так. Вам там у лісі. Збираємо гриби. Ой, Боже, дуже голосно сказано. Ну... хто збирає, а хто це все нафотографує. Ну, я це теж збираю, трошки не треба. Що ти назбирав, покажи. То все в одному пакеті, у мене того пакету з собою нема. Ага. Ясно, я так дивлюся, що ніби ви у Марківці королівці. Ну, ми так, типа тут. Ну, тут такий от ліс красивий. А добре мене видно і чути? Добре, дуже добре, ну. Мені просто прийшло тепер повідомлення. Що ти рішила? Ось якщо наживо подивитися, то буде краще. Ну, то це ясно. Бас. Ти видно фіолетовий, голубий. Ось, я найзвіш. Видно ага, трошки. Ага. Там по центру. Зелений, оранжевий.